Раньше объезжали ямы, теперь проще объехать дорогу. Почему в Твери улично-дорожная сеть в таком плачевном состоянии? Водители бьют тревогу и просят местные власти залатать огромные выбоины на дорогах города. Не так страшна работа, как дорога до нее. Так думают многие жители микрорайона Радужный, а точнее улицы Красина в Заволжском районе, для которых путь из дома до работы самый что ни на есть тернистый. Сейчас выбоины на тверских дорогах проблема повсеместная. Вот кольцевая улица в том же районе города. На проезжую часть без слез не взглянешь. Дорога здесь больше похожа на сито. Речь идет не только об уличной дорожной сети на окраинах города, но и в центре. В администрации Твери подчеркивают, что ремонт дорог в первую очередь идет на магистральных улицах, где наиболее интенсивное движение транспорта. По крайней мере, так сообщает представитель администрации на своей официальной странице в социальной сети. В первую очередь работы проводятся на основных магистральных улицах, то есть на участках, где наиболее интенсивное движение. Мониторинг проводится постоянно, ежедневно, перечень сформирован по объектам. Но, к сожалению, из-за неблагоприятных погодных условий, то есть переход через ноль часто, да, и переувлажнение дорог. Если, допустим, была на дороге небольшая ямка, да, сегодня, завтра она может превратиться в более там, значительное разрушение покрытия. А разве речной вокзал не является одной из главных дорожных артерий Твери? Но пока до ремонта здесь дело, увы, не дошло. Описывать состояние дорожного покрытия не стоит. Вы сами все видите и с экрана телевизора, и сами лично, если проходите или проезжаете по этой дороге. Но руки, видать, пока до этой магистральной улицы у местных властей не дошли. Либо чиновники просто-напросто не знают, в каком состоянии проезжая часть на этом участке. Куда уж там, как говорится. Дорога считается не такой уж и плохой, если получается выбраться из ямы без трактора. Пока получается, значит, все нормально. По всей видимости, такая позиция у властей. Тем не менее, дороги все-таки ремонтируют. Вот, например, идут работы на набережной Степана Разина. На нее тоже без слез не взглянешь. Речь не только про проезжую часть, но и про пешеходную зону, которая в угнетающем состоянии. Но ремонтируют пока только автомобильную дорогу. Будем надеяться, что местные власти все-таки откроют глаза и приведут тверские дороги в нормативное состояние. А местным жителям остается только верить, надеяться и ждать этого чудного мгновения, когда по тверским дорогам можно будет проехать без опаски для своего автомобиля.